Вторая книга Паральпоменон, глава 22. «И поставили царем жителей Иерусалима Ахозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану, и воцарился Ахозия, сын Иорама, царя иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме, имя матери его Гафолия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему. Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамоф-Галаадский, и ранили сирияне Иорама. И возвратился он в Изриэль лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Изриэль, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Ахозии, что он пришел к Иораму. Ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иуя, сына Намессиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова. Когда совершал Иуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахозии, служивших Ахозии, и умертвил их. И велел он искать Ахозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили: «Он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего». И не осталось в доме Ахозии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафолия, мать Ахозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина. Но Иоасавев, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахозии, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавев, дочь царя Иорама, жена Иодая священника, сестра Ахозии, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божьем скрываем 6 лет. Гафолия же царствовала над землею.